Наталья Делова, клуба Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Я рада приветствовать наших гостей. И сегодня наш гость Гурий Владимир Васильевич, президент и основатель торгового дома «Вимас». Короткую вот справочку мы подготовили, биографическую, если кто-то не знает, для всех озвучу, да, что Владимир Васильевич приступил к исполнению обязанностей председателя комитета по торговле нашей торгово-промышленной палаты в июне 2003 года. Через год после основания торгово-промышленной палаты является членом Совета торгово-промышленной палаты. Расскажите нам, как вам удалось вот столько времени развивать, создать бизнес в такие трудные времена, развить его до одной из самых крупнейших сетей в Северо-Западе. Расскажите немного о вашей компании. Ну, во-первых, конечно, очень хорошая идея сама по себе, вот этот вот клуб, да, что вот так в такой непринужденной обстановке с кем-то познакомиться, с кем-то увидеться снова, с партнерами. Вообще, очень хорошая идея. И на будущее, так сказать, обязательно приглашайте меня на следующие встречи. Вы знаете, я активный, что называется, член нашего общества. Вот мои партнеры сидят, вот мои партнеры. О партнерстве еще поговорим обязательно. Люди доверяют. У меня сейчас на реализации на 3 миллиарда. О чем это говорит? Что люди доверяют 3 миллиарда денег. На реализации товар лежит. Самое главное, что люди верят, и это самое, я считаю, самое дорогое, дорогого стоит. Партнерские отношения. Скажите, вот даже вот смотрите, мы смотрим на диаграмму финансовых показателей. 2014 год, там у вас где-то 200-400 миллионов, да? Миллиарда было, миллиардов. Четыре, наверное, было тогда. 3-4 миллиарда, наверное, было. Нет, у нас... Значит, да, да, да. 14, 15, 16, значит, сейчас я... 15, 16, 17. В 17 году отработали 8,5 миллиардов. 8,5 только торговля. Ну, 9 миллиардов у нас производство еще. 9 миллиардов сделали. Вот то, что мы планируем в 2018 году. 640 миллионов заплатили налогов, прошли налоговую проверку с 1 мая. Вот в понедельник нам дадут. С 1 мая налоговая проверка шла, и вот в понедельник только дадут акт. Мы открыли, в прошлом году открыли новое производство. Производство земли, плодородная земля, ну, земля для садоводов. Кто садоводы, знают, в таких 50-литровых пакетах. Открываем аптеки. Первые открыли во Всеволожске. Хочу во всех комплексах. Не надо там куда-то далеко. Принцип у меня такой. Я никому ничего не сдаю в аренду и ни у кого ничего в аренду не беру. Единственное, где-то еще не оформлена земля выкуп, приходится арендные платы платить. Но у меня такой вот все эти годы, вот у меня была такая установка. И я хочу сказать, поэтому все кризисы, дефолты, санкции, ГКЧП мы проходим, ну, так успешно. Потому что не надо, не бьемся с арендодателями или с арендаторами. И, ну, в очередной тоже запустили тротуарную плитку. Это тоже не очень сложно. Это у нас в Сиверской большое производство. Как работали с металлообработкой, все эти делаем козырьки, там заборы, калитки, мангалы. Так что можем сделать что-то там под заказ. Ну, вот такая история. Производство, земля должна, труба должна дымить, производство должно работать. Наш основной покупатель – это не люди в коттедже. Да, они тоже покупают точно так же, но дачников у нас 1,5 миллиона. А в коттеджах живет, ну, не знаю, там 200 тысяч, может быть, 300. А основной покупатель все-таки, вот, садовод. А покупатель за 30 лет изменился? Покупатель за 300, конечно, изменился. Он, во-первых, требовательнее стал, что ни говори. Да. И требует обслуживания хорошего, ассортимента требует, услуг требует, доставки хорошие, разгрузки, погрузки, там, подними на этаж. Вот что требует обслуживание. Обслуживание, ну, я всегда говорил, что фирма «Вимас» конек – это ассортимент, приближенность к покупателю, ассортимент и хорошее обслуживание. Завершая наше мероприятие, скажите в двух словах, если вот секрет успеха ваш как-то определяете вы сами, и как совет молодым предпринимателям, ну и... Ну, тут молодых нету, тут все зубры сидят уже. Ой, они все... Здесь, они вообще... Рассказывать об этом мероприятии. Вообще... Бороться и искать, найти и не сдаваться.
Вот, да. Нам хлеба не надо, работы давай. Вот что еще, что скажешь? Пахать, пахать и пахать. Не опускать рук. Дружить. В торгово-промышленной палате часто бывать и работать. Вот, смотрите, какой подарок есть хороший. Вот. Да. Вручаю.